ищут 5-летнюю девочку. Уже 8-е сутки ищут 13-летнего подростка. В крае третий день ищут потерявшегося мальчика. Ну и долго мы бегали. Доигрался? Скажи-ка мне, как получить это? Куда ты это спрятал? Не скажу. Не хочешь по-хорошему, значит? Будет по-плохому. Отвечай, как люди набирают популярность на Ютубе? Как много так подписчиков? Рассказывай быстро, или я сделаю звонок, и будет плохо. Давай. Что это у тебя? Это секрет популярности? Да, и он стоит очень много. Подписаться? Они просто должны подписаться? Конечно. А вы еще не подписаны на канал? Ребята, ну мы стараемся для кого? Нам будет очень приятно, поэтому я думаю, вы все поняли. А это что такое? Что это такое? Это, ребята. Что это, ребята? Это лайки. Поэтому давайте, ребята, ставьте. Мы стараемся для вас. Целая команда работает. Ребят, мы тратим очень-очень много сил. Мы снимаем для вас контент. Вы видите вот эти вот синяки? Мы трудимся. Помните школьника, которому мы помогли? Бездомный школьник. Нету никого, он один. Мы просили вас максимальной активности. Активность, конечно, от вас была сильная. Но можно лучше, ведь вы сами это знаете. И нашей командой, Парадигма, мы это сделали. Сегодня что мы сделали? Мы нашли его родителей. Всем привет, это я тот самый бездомный школьник, и сейчас у меня все хорошо. Я сейчас нахожусь в Испании, и даже в какой-то части это моя родина. И сразу отвечу на вопрос, который будет в комментариях. Типа, почему я так хорошо разговариваю по-русски? Все потому, что у меня папа испанец, а мама русская. И большую часть времени я провел в России. И еще хочу поблагодарить Вадима Вадимовича и Парадиму. Благодаря им меня нашли мои родители и забрали меня. Но я, скорее всего, буду обратно переезжать в Россию с своими родителями, потому что мне понравилось там больше. И сейчас я вам покажу, короче, как я живу. Вот, короче, моя кровать. Вот это прихожая. Это, короче, ванная. Сейчас я вам покажу вид из балкона. В общем, вот. И напоследок вам скажу, слушайтесь родителей и не обижайтесь на всякие пустяки, ведь у кого-то есть проблемы побольше. Короче, всем удачи, всем пока. Сейчас он уехал к себе на родину, точнее на родину родителей. Мы смогли, мы команда. Конечно, не без ваших сил. Ставьте хэштег «Армия добра», «Дари добро» и будем делать добро вместе. Мы это сделали, и мы будем помогать дальше. Все зависит от вас, от ваших комментариев. Пишите, что вы об этом думаете и что сделать потом. Расскажите, что вы хотите еще видеть, какое вы хотите видеть добро. Ведь для чего нужна жизнь? Для того, чтобы творить, чтобы заводить семью, чтобы делать добро. Так давайте это сделаем вместе. И самое главное, максимальный репост, чтобы больше стало добра в нашем мире.